Друзья, не забываем подписываться на наш канал. Спасибо вам за то, что смотрите наши новости. Сегодня рано утром вся страна узнала о том, что ушел из жизни известный актер, наиболее известен по ролям президента Америки Чарльза Логана в сериале «24 часа». Он родился в 1948 году в Вашингтоне, имя этого актера Грегори Итсен. Многие его знают, так как он снимался в самых знаменитых фильмах и сериалах. Он был приглашенной звездой популярного шоу на канале Disney Ханта Монтана, сыграв миллиардера, чей сын становится романтическим интересом Майли. Будьте всегда с нами, друзья. До скорых встреч на нашем YouTube-канале.